сижу, не пью уже с утра. На завтра буду на выборах. Я должен быть предельно трезвый, чтобы в графу поставить крест. Эй, пойдет голосование. Ну что, вы сможете победить? Опа! Я не могу так говорить, победить. Дружок принес в кармане грамм, а я готовлюсь к выборам. Не буду нюхать ни хера, чтоб не сорвались выбора. Ни хера выбора. Хороший? Ни хера выбора. Да. Только нам не подходит. Да, ладно, что там в провинции будет сто раз случаться. По-моему, хорошая команда. Ну да, вроде, а кто они такие? Вообще никто не знает. Зато поют про выборы. Беру и ставлю крестик. Эх, я голосую против всех. Эй, с козлами не играю. Нельзя. Эй, я вас не выбираю. Идет голосование. Саш, что это такое? Ну, про выборы же... Скажите, пожалуйста, а нельзя вот эту последнюю фразу взять и выбросить? Да. Да ты чё? Родня все и писалась. Вы планируете победить? Ага. Конечно, вот такая я найду, похоже. Молодцы. Лёш. Саш, молодец. Хорошие ребята. Угу. Ну, я понял. В Ярославле садим. Угу. Я надеюсь, что по итогам этой избирательной кампании я останусь живой, на свободе и не иначе. Скажите, пожалуйста, являетесь ли вы оппозицией Владимиру Путину? Я являюсь оппозицией либеральной клики, которая сегодня вокруг Путина до сих пор существует. Я как кандидат поддерживаю внешнюю и оборонную политику Владимира Путина. По внутренним вопросам, ну, конечно, мы смотрим по-разному. Я коммунист, а Владимир Владимирович это большой патриот России, но все-таки он не коммунист. Поэтому, конечно, вы видите, мы красные. Ну, Владимир Владимирович, это наш так, традиционный патриот российский. Эй,